Всем привет, доброе утро. Сегодня у нас суббота. Я решил поехать покататься. Сейчас, как видите сзади меня, парк 411 батарея. Я сейчас еду в центр. Хочу попасть на Морвокзал. Там вроде бы по сути должны были прийти, я точно не знаю, может уже уплыли, но должны были прийти туристические корабли. Потому что в городе появилось много туристов. И хочу поехать на Морвокзал, поснимать кораблики, какие поприходили. Ну и покажу вам, как я еду туда. После парка я, получается, выезжаю на улицу Дача Ковалевского. По ней еду и, получается, выезжаю на улицу Фонтанскую дорогу. А там уже потом дальше до Аркадии, через трассу Здоровья. И получается, я доезжаю до Лонжерона, парк Шевченко, и я уже на Морвокзале. Я вам все засниму, покажу, как я еду, все увидите. Смотрите дальше видео. Все, пока. Ребят, я, короче, передумал и поеду не... ну, я сейчас нахожусь на даче Ковалевского и не буду выезжать, получается, на улицу Фонтанская дорога. А сейчас поверну, получается, где мужской монастырь, вниз к пляжам и вдоль моря по пляжам, где 16-я станция, поеду до Аркадии, получается. Немножко по другому пути сегодня поеду.
же, короче, приехал на морвокзал. Вот он находится сзади меня. Там вот написано отель одесский, но он закрытый. И морвокзал сзади меня получается. Вот там вот написаны такие вот буквы Одесса. Так что я уже приехал. А вот с той стороны получается лестница и дюк вверху. Вон маяк, если вам видно. Тут всякие корабли, яхты стоят. Вот этот на прокат, короче, катают по морю, получается, вдоль моря. От Аланжерона до Аркадии. Цена где-то 100 гривен примерно. Вот второй еще. Есть побольше. Вот здесь, как мы видим, перед нами отель Одесса, но он уже не работает, да давно он закрытый, чему-то, наверное, 2 или 3 года уже, наверное, может и больше. А вот здесь, как мы видим, перед нами якоря. Вот, ребята, катер, который катает по морю, прокатный. А вот здесь получается колокола, но они, я не знаю, должны вроде бы звонить в этой башне. Вот, и вот еще есть один внизу на морскую тему, а вдалеке вот там получается маяк. Ну, в принципе, его видно, там вот разные катера.
ребят, на сегодня все. Я, в принципе, проехался, покатался. Сейчас я уже возвращаюсь обратно домой. Так что подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте палец вверх. Все, всем пока.